Сейчас ночи. Без пяти. С тобой сумасшедшие. Да? Пойдем. Зайка, заходи. В общем, друзья. На, зайка. Бери, зайка, бери свою игрушку, зубы, молодец, все. Она потащит с собой. В общем, после бутылочки шампанского мы идем с зайкой гулять. Но на самом деле я всегда в час ночи выхожу, а утром тоже, ну, в одно время гуляю всегда. Потому что пробовал с ней выходить в другое время. Она плохо в туалет ходит в другое время. Ну, потому что уже привыкла. Я все-таки по летнему режиму ее. Бери, зайка, бери. Твой мячик, твой. Я ее по летнему режиму все-таки вывожу. Ну, знаете, она летом. А сейчас навигация уже начнется обратно, поэтому. А, ты мяч свой забыл. А, он катится. Ты аферистка. Я думал, ты забыла. Видите? Мячик обязательно в зубах. Все свое ношу с собой, называется. А как она хотела? Хочет играться с мячиком? Пожалуйста. Свое пусть тащит сама. Я вот еще хочу трусы ее научить носить. И поводок с этим. С курточкой. С курточкой она еще порой реагирует. Я, знаете, вот так бросаю ей, она приносит мне. А с поводком нет. Еще не могу, не получается. Смотрите, вот она его будет таскать в зубах. Ну, это ее мяч. Вообще, это я щенкам покупал. У нее до этого было мячиков 5. Она ни с одним не играла. Вот как только... Как только... Еще люди в час ночи ходят. Еще... Вот как только я купил новые мячики щенкам, тут же ей они пригодились. Ну, понимаете? Да? Но зато без поводка. Если я хочу с ней домой пойти... Потому что она не нагуливается. Вот она бесконечно бы гуляла на улице. Бесконечно. Вот 2 часа, 3 часа ты с ней будешь ходить. Она будет все равно хотеть гулять на улице. А с мячиком очень удобно. Я мячик в руки беру. Вот так нажимаю на него. Он звук издает. Она прет за ним. За этим мячиком домой. Все, пописала. Пойдем. Илу. Оставила, смотрите. В сторонке. Сейчас пойдет в туалет. А смотрите, где мяч оставила. Мне интересно, она его заберет потом или нет. Она всегда так делает, в сторонке делает, откладывает. Но потом забывает. Вот сейчас интересно. Не буду вам показывать эту картину. А ни к чему. Смотрите. Оп. Мячик, мяч к мячку. А мяч? Где мяч? А где мяч? А мяч? Мяч кто забирать будет? Ты мяч зачем оставляешь? Подошла к нему, понюхала. Так бери, конечно. Не я же должен носить. Пойдем. Самостоятельная девочка. Взрослая. Вот. Видите, я даже не прикасался. Она стоила с домичания сделать. Вообще французские бульдоги очень умные собаки. Я вам хочу сказать. Единственное, они проблематичные со здоровьем, друзья. Так это очень... дружелюбные, очень компанейская собака, самообучающая, она очень быстро реагирует на команды. Эта порода собак самообучаемая. Почему называют самообучаемой? Потому что они переминают повадки от человека. Она может повторять за хозяином. Что делает хозяин, то может делать собака. Вот, видите, все, она все прекрасно. Здесь у нас есть подруга. В смысле, ее подруга, мои друзья, они живут вот в этом корпусе, у них тоже французский бульдог, вообще у нас много французских бульдогов, у них тоже девочка Мила зовут, вот, черненькая девочка, она была когда-то щенком, когда Лила уже была взрослая, и они очень хорошо играют вместе, они прям очень хорошо играют, причем Саша говорит с Настей, что Мила с другими собаками не так играет, как с Лилу. Вот с Лилу она прям... Все, они ее без поводка тоже пускают, доверяют. Ну, они прям очень хорошо играются. Тоже была недавно течка. Тоже для здоровья. Для здоровья вроде как они повязали ее.
Да? Давай, давай в футбол играть. Моя ты зайка. Где мяч? Где мяч? Опа! Опа! Моя лапочка. Ладно, друзья. Сейчас немножко поносимся с ней, потому что с телефоном бегать как-то неудобно. Давай. Футбол. Опа. Разветрим немножко алкоголь. И пойдем спать. Давай, давай мяч, клади. Давай. А с большим мячом, как она красиво играет. Вот лапками. Эти мои. Золушка, иди ко мне. Боже, так намазал руки и лицо Бороплюсом. Обожаю запах Бороплюс. Кто знает, такая мазь. Очень жирная. Раньше везде продавали, сейчас очень мало где найти. Но в аптеках можно еще найти, я покупаю в аптеке. Раньше в каждом ларьке продавали. Очень для лица полезно. У меня губы, когда обветривают, я губы мажу. Ну, сейчас он, кстати, очень стал дорогим. Но он прям жирный-жирный. Я раньше невеевской мазил. Мазал кремом зимой. А потом на работе увидел, что у нас коллега покупает Бороплюс. А я думал, я его давно уже не видел. И он мне сказал, в аптеках есть еще. И все. Обожаю запах. Блин, камера, конечно... Вся в этом, в креме. Понимаете, друзья, да? Это еще слабенько. И это все слышно в квартире. А это еще слабенько. Иногда они здесь сваи забивают, то ли что, я так и не понял. Звуки такие. Ночью, блядь. Вот, ну, это издевательство прям по ночам. Над людьми, блядь. На, бери. Бери мяч. Бери, пойми. Бери мяч. Пойдем. Я просто, я не знаю, я сейчас снимал видео, я столько снимал видео и смотрю, а я снимал все на замедленное видео. Ну ничего, ускорим, может, голосовое наложим. Да, зайка? А что я в том видео говорил? В общем, я говорил, что у меня животные все понимают, все обучены, командам обучены. Порой вредничает, но что я хочу сказать. Любое животное можно обучить абсолютно, ну не абсолютно любой команде, но многим командам можно научить, если животное будет чувствовать, что вы к нему проявляете любовь и заботу. Мои животные понимают, что я их люблю. Видите, они, я только прихожу, они меня встречают, они со мной спят, они со мной едят, они понимают, что я к ним проявляю любовь и заботу. Они... меня воспринимают своим не хозяином, наверное, отцом, скорее всего, они, ну, прародителем каких-то. Ну, говорят, что животные думают, что вы их родители. Вот, смотрите, кстати, порожек, видите, идеально сидит. Все уже намертво. Уже тут зубами не отдерешь. Тут уже даже, как я отверткой прошлый порожек снимал, тут уже также такой вариант не прокатит. Потому что делали вот эти ручки. А когда эти ручки берутся, они делают максимально хорошо. Если уж не если делаешь плохо, то уж вообще не браться за работу. Если делаешь, то делать нужно максимально идеально. Вот здесь, видите, кусочек тоже отвалился. Но я вырезал из этого, у меня получился кусочек вырезать, из который я отсюда снимал, потому что, ну, сюда не вставишь, потому что будет отличаться. И я сюда завтра вот это сниму, вот этот пластик, и сюда влеплю вот такой кусочек. Вот этот тоже кусочек сниму, и будет здесь сплошной кусочек, и даже вот этого шва не будет видно. Сделаю все красиво, потому что так делают только идиоты. Если ты делаешь, ну, хотя бы стык не надо делать, зачем промазывать стык темным? Ну, идиотизм. Так, друзья, все говорят, снимай побольше домашней жизни. В общем, хочу, как я меняю, смотрите, процесс. Вот я уже одну самую толстую впитывающую пленку я уже снял. Ну, чтобы поставил телефон подальше, чтобы вам грязь не показывать. Я
извиняюсь, не Самвел, чтобы показывать анализы и все прочее. Но это не к плохому сказано, я просто говорю, смотрите. Снял толстую пеленку. Затем у меня идет, видите, вот такая из пододеяльников белых. То, что, почему белая? Потому что, чтобы вы понимали, им щенки приучаются на данный момент на один цвет ходить. То есть белый, значит белая пеленка. Чтобы они понимали потом пеленку, нужно, чтобы был один цвет. Ну, потому что пеленки белые, поэтому мне этот пододеяльник было не жалко. Я им не пользовался. У меня еще есть целый комплект новый, а это уже был старый. Поэтому, смотрите, это вот пододеяльник. Это мы убираем в стирку. Затем у меня идет и еще одна пеленка. Видите? Тоже впитывающая пеленка. Это все, видите, проклеено, потому что эти пеленки, они сгрызают. Эти, ну, я уже говорил где-то, что вата попадает в нос, потом очень тяжело их доставать. Щенки сейчас находятся в ванной вместе с Лилу. Я их буду сейчас, когда поменяю все, я их помою вместе с Лилу. Вот, перед сном. Потому что пеленки, где-то моча, они все равно лежат в этих пеленках, чтобы запаха на теле не было. Вот, поэтому это все меняем. Так, пледик убираем. Этот пледик тоже в стирку. Хотя его можно... Вроде не пахнет, но я два раза не использую. Хотя, может, бывало, когда гипер уставший, можно... Вот эта пеленка сухая. Где-то, да, здесь периодически пропитывалась. Но я ее оставлю, потому что, смотрите, ну зачем мне менять ее, она еще... Ее еще можно использовать. Я поменяю основные, на которые... Что я делаю? У меня... Вот я хотел поменять, ну ладно, я смотрю, что она нормальная. Пледов у меня куча. Берем новый плед, постиранный. Вот. Ладно, нет, поменяю эту пеленку тоже, не хочу. Что я смотрю, не хочу оставлять. Надо менять, так менять, потому что запах накопится, не хочу. Я запахи, а я на запахи такой, очень не люблю запахи посторонние. Очень как бы чувствительный на запах, поэтому лучше... Не надо. Значит, можно. Видите, пеленка, она тоже проклеена. Она склейкой таким... склейкой такой лентой. Смотрите, у меня уже сколько скотча. Да, тут некоторые мне говорят, что вот, возможно, ламинат, ты что, ламинат вздуется. Ничего, друзья, не вздуется. У Артема не сдувается ничего. Артем как к своим вещам хорошо относится. С детства. Всегда. Я ходил. Я, кстати, обувь, одежда. Мама не даст соврать. Мне всегда больше всех хватало. Я такой. И средний, кстати, брат у нас этот. Он такой гипер-чистюля, прям брезгливый. У меня средний брат даже за детьми своими может помыть тарелку. Я, допустим, за детьми тарелку могу и не помыть, ну, детей не побрезгую. А брат у меня средний, допустим, он даже своих детей, ну, он такой человек. И я не осуждаю, есть такие люди, и, ну, здесь осуждать неправильно. Так, вообще, смотрите, теперь мы берем средства обязательно. На основе спирта. Оп. Раз, потом
Берем тряпочку и все это, ну, так сказать, дезинфицируем. Ну, все равно, знаете, где-то все равно может какие-то чтобы запахов. Самое главное — запах убивать. Чистенько, блестит. Сейчас она просохнет буквально пару минут, друзья. Потом мы возьмем вот такую пеленочку. Я надеюсь, меня слышно. 90 на 60. Вот видите, здесь клейкие ленты. Загибаем угол. Раз. Все. Оп. Все очень элементарно, просто. Пеленки, правда, да, эти пеленки дороговатые. 1500 рублей стоит. Но упаковка очень большая. Этой пачки мне хватает. Там 60 штук. Ну, в общем, две пеленки. Иногда даже одна пеленка уходит в день. Ну, по-разному, потому что иногда я их выпускаю в этот, в ванной, ну, раскладываю по квартире, еще у меня есть маленькие пеленочки. Вот я сейчас покажу. Есть огромные пеленки, есть маленькие пеленочки. Эти маленькие пеленочки я специально держу для того, что если я их выпускаю, допустим, сюда, я раскладываю по всей квартире, чтобы они видели пеленки и на эти пеленки ходили в туалет. Так. Все, здесь отклеили. Здесь прогибаем. Раз. 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 Здесь раз. Раз. Так. Обязательно чуть-чуть прохожу скотчиком. Потому что они... чтобы нигде ничего не торчало. Потому что любой уголок, который торчит, это... мишень для мелких, чтобы грызть. Так, опа. Теперь берем пледик. Это твоя идея? В два слоя. Тепленько было. Лежать мягенько. И кладем вот так. Так. Оп. Отвечаю. Оп. Это так. Раз. Раньше я какими-то булавками пытался это все скреплять. Потом понял, господи, это так нудно и долго. Вот. Берем скотч. Скотч шикарно держит эти пледы. Потом, когда даже уже тяжело снять. Один раз. 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 Все. Так. Теперь. Обязательно. Потому что вот эту пеленку в процессе дня мы будем менять. То есть где-то они покакают, где-то что-то. Эту пеленку можно всегда снять, потому что это она впитывающая. А чтобы грязь вот эта, чтобы они не разносили по всей своей клетке, ее проще снять и все. Поэтому здесь мы проклеиваем. Я проклеиваю, потому что, опять же, к чему это? К тому, что они грызут это. Я этого сначала не делал, после того, когда они начали это все грызть, я это начал делать, проклеивать. Чтобы никакие, ничего не торчало, они тогда не раздражали этот... Ничего не грызут. Все. Раз. Раз.
Раз, так. И ты мне расскажешь про свое задание. Вот так, закладываем. Так, сейчас мы там тоже проклеим. И здесь еще раз так раз. По поверху. И оно к скотчу приклеится. Все прекрасно будет. От скотча. И туда. Так, раз. Раньше я подкладывал еще в клетку вот такое же покрывало, чтобы не стучало вот это пластиковое. Знаете, когда они бегают, пластик по металлической, по решетке стучит и звуки издают, меня раздражало. Я раньше подкладывал, а сейчас, когда загибается вот это, ничего не стучит. Так, раз. Вот здесь еще пройдусь одним слоем, на всякий, рядочком на всякий случай. Ну, я всегда три делаю вообще рядом. Скотч. Они тогда, я точно знаю, что они не оторвут. Камеру показываю, что у меня получилось. Пожалуйста, чистенько, аккуратненько. Бросаем их игрушки, мишки. Это они уже сами там распределят, чтобы играться. Теперь пойдем мыть. Так, это в урну, это в урну, это в стирку, это все в урну. Это в стирку тоже. Так, скотч убираем. Скотч убираем. Средство убираем. Так, это все в стирку. Перейдем сюда. Беру здесь. Томми здесь. Так, это кладем сюда. Это потом замочим. Будем мыть. Заходи, Лиду. Заходи. Заходи, зайка. Заходи мыть лапы. Давай. Давай, будем мыться. Давай. Сейчас поставлю телефончик, будем мыться. Так, куда там мне поставиться? Ну все. Какая-то сегодня погода вообще странная. Уже град идет. Сегодня целое утро был ужасный ветер. И большой снегопад. В общем, друзья, как-то так. Друзья, ставьте, в общем, лайки, подписывайтесь, колокольчики, язык заплетается, комментируйте. Всех обнял, приподнял, поцеловал. Берегите себя и своих близких. Пока!